10 гатунков высокопродукционной бульбы пропонуют насельству и господаркам у Могилевской областной опытной станции у Дашковцы. Новые разновидности такой популярной в Беларуси культуры размноживают спочатку лаборатории, а потом у питомниках. Покупникам пропонуют разностайные гатунки, ранние, среднеспелые, поздние. Вся бульба – это супер-супер элита, гатунки с высокой урожайностью. Это первый этап размноживания высокоуроджайных элитных гатунков с приставкой «супер-супер». На протягу 60 год в опытная станция Удашковцы первая и головная ступень у вытворчести элитного насения у Могилевской области. Все лето тут появилось 6 новых видов бульбы. Покуль яны у пробирках. Проз 3 года новые гатунки поступят на реализацию. Только на третий год нашей работы мы можем получить полный питомник, который можем пустить на реализацию хозяйства. Это получается у нас супер-супер элита. У якости своей бульбы на станции упэўнены. Другий год запар тут працуе лаборатория иммуноферментного анализа. Перед реализацией специалисты проверяют все гатунки на инфекции. Все лето у Дашковцы до реализации готовы 10 супер-супер элитных гатунков. У сучасным компьютеризованным сховище сеянка добра заховывается при температуре от 2 до 4 градусов и вильготности 85-90%. Я рекомендую иметь 2-3 сорта различных групп спелости. Должен быть ранний сорт, средний и поздний сорт. Если хотите покушать ранние картошки, то нужно брать ранние сорта. Если очень вкусные сорта и разваристые надо, чтобы это нужно брать поздние сорта – «Вектор» и «Рогнеду». В прошлом году мы реализовали порядка 30 тонн различных сортов и различных групп спелости населению картофеля. Это порядка 280-300 миллионов белорусских рублей. Сельхозорганизации также у нас покупают наш картофель. Каждый год мы продаем где-то 250-280 тонн. Так само бульбу с Дашковки выращивают на палетках Минской, Витебской и Гомельской областей. Специалисты прогнозуют, что саджать бульбу можно будет у третьей декады красовика и рают загоди поклопотиться про насенье. Алена Соловьева, Александр Тарасов, Новини Регион.